Всем привет, с вами Влад, и сегодня у нас будет видео по Бравл Старс. Сейчас я нашел очень крутую пасхалочку, и сейчас я вам ее расскажу. Итак, томить не буду, начинаем. Сначала нам нужно нажать на 8 бита, а потом нажать на его глаза, и просто у нас вылазит ошибка Windows. Ребят, это никакой не монтаж, это реальная игра. Если не верите, можете сами проверить. Итак, ребят, шестерочка у нас появляется. Для того, чтобы дальше что-то сделать, нам нужно нажать еще 6 раз. Все, ребята, 0. И нас просто перекидывает на сайт. На сайт от Supercell, реальный. Вот, ребят, тут пишется что-то про 8 бита. Я заранее еще, до того, как снял видеоролик, я заранее все перевел. И здесь рассказывается про то, как в 8 бита залез какой-то вирус, и он его не может покинуть. 8 бит типа дрался с этим вирусом, но у него ничего не получалось. Итак, нас перекидывает в мини-игру от Supercell. Просто жесть, ребят. Project Laser. Так, 8 бит, сразу говорю, это, возможно, вот этот 8 бит, отсылочка к скину новому. Также сама космическая тематика, это, возможно, отсылка к тому, что к космосу, да. Ребят, кто не знает, Brawl Stars раньше разрабатывался как космическая игра. Вот, и, наверное, это отсылка к этому. Все, ребят, я уже в игре. Здесь надо, как я понял, уворачиваться от препятствий, от метеоридов там и так далее. Так, здесь также можно стрелять во всех. Отсылочка, наверное, к спрауту, вот этот стикер с маликом и надписью Fire. Также, ребят, возможно, следующее обновление будет связано с космосом. Ребят, вы посмотрите, сколько здесь метеоридов. Я как-то увернулся, также вверху, кто не заметил, есть полоска жизни. Так. Блин, ребят, меня засосало. No, happy. Вот, ребят, game over, и, к сожалению, мы проиграли. Также, ребят, обратите внимание на задний фон. Здесь есть черный такой игровой автомат, и это, наверное, отсылка к игре от Supercell. Да, до этого еще Supercell выкладывали игру, в которой, не помню точно, что надо было делать, но она была очень похожа на Clash of Clans, и она называлась Rush Wars. Но я тем временем пытаюсь пройти эту игру. Также здесь какое-то управление сложное. Оно какое-то корявенькое, ну да ладно. А, черт, меня тут надамажили. Так, главное вот эти в дыры не врезаться. Опа, значок Brawl Stars. Это нам дает усиление. Пушечка у нас теперь новая. Так, уворачиваемся, отлично. А, черт, метеориды. Блин, это все управление. Итак, ребят, я уже в который раз пытаюсь пройти игру. О, ребят, нас куда-то засосало. Смотрите, здесь вот такое было, как это называется, я точно уже не помню, но это точно пасхалочка к ВКБРЛ. Дальше мы видим вот такого 8 бита, который я только что медитировал. Ну а дальше вот какая-то непонятная надпись на китайском. Все, ребят, тоже в стиле таком китайском. Тут 8 бит тоже тренируется там. Просто посмотрите на этого кольта, что с ним случилось. Я не понимаю, про что они сейчас говорят, ведь тут все на китайском. Ну, просто посмотрите на кольта. Ребят, у нас начинается какая-то новая игра. Здесь нужно отстреливаться от вот таких роз, как ни странно. Так, ребят, смотрите, тут, наверное, вот почему здесь роза, я думаю, это будет отсылка к тому, что в следующем обновлении добавят скин на розу. Также на заднем плане у нас есть осьминог, который ни разу мы видели на картах, там в анимации он тоже был. Также, ребят, есть здесь чемодан мистера Пи, то есть очень много пасхалок. Еще, ребят, здесь Барлей. Наверное, отсылка к анимации, которую мы уже видели. Итак, ребят, я перехожу на новую локацию. Сразу же на заднем плане мы видим отсылку на рикошета. Также на заднем плане есть еще вышка. Ребят, просто посмотрите, здесь падают какие-то атомные бомбы и газы. Появляется жесть. Так вот, про что я говорил, на заднем плане есть
такая вышка с антеннами. Я думаю, это отсылка к трансляции ВКБРЛ. Также, я думаю, все эти мини-игры происходят у 8-бита в голове. Ребят, в который раз уже пытаюсь пройти следующий уровень, но у меня не получается. Я сейчас нахожусь на каком-то диком западе. Здесь падают эти бомбы с газами. Это просто жесть. Так. Ребят, я что-то прошел. Я прыгнул в газы. Ребят, смотрите, 8-бит. Такая же стрелка, как на трансляции в ВКБРЛ. Просто как? Столько пасхалок. Здесь также мигает что-то красное. Не знаю, что будет дальше. Просто что? Микросхемы, какие-то гемы. Так, 8-бит стоит на каком-то взрыве. Тут Сэнди, звезда Сэнди летает. Что просто происходит? Ладно, 8-бит, так. Так, 8-бит, don't do it. Don't do the farm. Ребят, что... Ребят, я уже перевел эту фразу. Здесь говорится про то, что 8-бит наконец-то узнает, кто же он. Ребят, мне очень нравится этот сюжет про 8-бита. Он реально интересный. Итак, так, StarCAD Breakdown, Start Game. Новый уровень, короче, какой-то. Сейчас будем узнавать, что это за игра. Кстати, здесь какие-то молнии, надо скриншот обязательно сделать. Итак, все, ребят. Bomb Old Game. Банана. Что? Ну ладно. Все, ребят, это какая-то олдовская игра. Из Брока убиваем, просто жесть. И Макс тоже убиваем. Так, похоже на Супер Марио. Итак, ребят, я прошел начальный уровень. Сейчас 8-бит дал монетку какому-то своему клону, наверное. Все, ребят, мы в игре. Смотрите, здесь какой-то... Вот этот вот коричневый наш клон. Так, смотрите, он повторяет за нами. Вот, game over, к сожалению. Давайте сейчас еще раз попробуем. А, ребят, я, наверное, понял. Надо стрелять в этот провод. Сейчас попробуем. И сейчас... Блин, что-то промазал. Все, я попал! Отлично, все, мы выходим. You went deep into the... Ребят, смотри, здесь аттракционы, отсылочка к парку, даже ракета. Ребят, я перевел, и здесь, короче, написано, что он хочет покончить с собой. Так, ребят, game not over. 3, 2, 1, 0. Ребят, сейчас здесь черный экран. Ждем. Так, входим в Бравл Старс. Ребят, все, конец. Мы вошли в игру. Вот такой видос получился. Если он тебе понравился, то прожимай лайк и подписывайся на канал. А также не забывай включать колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления о моих новых видеороликах. Ну а с вами, как обычно, был Влад. Всем пока-пока. Thank you.